Большинство жителей города-курорта уже получили квитанции. При необходимости их также можно сформировать и распечатать прямо на месте. Сделать перевод без каких-либо комиссий можно в любом отделении Сбербанка России. Доступны различные формы оплаты через интернет. Впервые с этого года прямо в здании налоговой инспекции действует окно Почты России, где также можно заплатить имущественный налог. С точки зрения оплаты это все-таки удобно. Чтобы налогоплательщикам не ходить, не бегать по банкам, они здесь могут, в принципе, это все дело оплатить. Во избежание начисления пени налогоплательщикам рекомендуем оплатить это не позднее 1 декабря.